4 глава книги пророка Малахии. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я сделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». Конец Ветхого Завета.